Мы приступили к работам, и работ довольно-таки много на этот год. На этот год у нас, если брать по благоустройству дворов, то дворовых территорий попало больше, чем это было в прошлом году, и по площади, и по количеству. Сегодня мы находимся во втором микрорайоне. Это благоустройство у дома номер 7, номер 8 и номер 10. И мы видим, что сегодня работы уже ведутся полным ходом. Сегодня практически мы завершаем работы по устройству бордюра. Да, и потом сразу пойдет засыпка песка, щебня и асфальтировано. Также здесь еще будет и зеленое ограждение, также здесь будет еще детская игровая площадка, высаживание зеленого ограждения, то есть живой изгороди, скамейки или лавочки возле подъездов. Ну, то есть полностью комплексное благоустройство. Я думаю, что оно завершится здесь уже скоро. Конечно, пользуясь случаем, хочу попросить извинения у жителей этих трех домов, потому что мы сегодня, скажем, довольно-таки большой слой сняли, это и старого асфальта, и старого щебня, и старого песка, и получилось так, что у нас между первой ступенькой, а здесь три дома, все дома пятиэтажные, проживает людей очень много, и перепад довольно-таки большой. Ну, на второй-третий день мы это все, конечно, подсыпали для того, чтобы людям было возможно зайти в дом, но все равно это неудобно, потому что если это с коляской детской, то это вообще очень тяжело. Но мы постараемся этих три дома закончить как можно быстрее. Работы сейчас ведутся беспрерывно, с раннего утра до позднего вечера. И, конечно, мы это сделаем, но надеюсь, что жители то, что увидят после благоустройства, те парковки и все то, что есть, ну, наверное, нам простят за те неудобства, которые сегодня они испытывают. У нас также сегодня и по Дзержинскому ведется благоустройство возле дома. Если брать, то у нас попали дома, конечно, два, это очень больших. Это второй микрорайон, как раз где мы находимся, и второй микрорайон еще возле пруда. Там попадает 4 дома и, скажем, такой большой квадрат под благоустройство. Ну, у нас благоустройство предусмотрено не только в городе, но и в селе. Это как и большие территории, так и маленькие дворовые территории. Еще 8 народных троп, которым тоже сегодня приступили к работе. И в процессе мы с вами обязательно будем все эти работы показывать нашим жителям, информировать. И мы вот сейчас с вами стоим, я думаю, что недели через 2 мы вернемся сюда обратно, может быть, через 3, да, и мы увидим совершенно другую территорию. И так будет с каждым двором. Я сказал, что у нас 8 дворовых территорий, а работы ведутся только в 2 дворах. Да, это специально. Специально для того, чтобы у нас не получилось так, что мы начали работу, скажем, там земляные работы, да, вывоз грунта, ну, щебня и удаление там старых бордюров, и поехали дальше. Нет, мы должны обязательно понимать, что к тем работам, к которым мы приступаем, мы должны их сделать в самые короткие сроки, как раз чтобы не доставлять нашим жителям те неудобства, которые идут. То есть мы не должны растягивать благоустройство двора больше, там, чем на 2-3 недели. То есть вот это один двор закончили, и всеми силами перекидываемся на другой двор. Другой двор закончили, все силы собрали и перекинулись на следующий двор, чтобы по максимуму сделать сроки короткими по самому благоустройству.